Традиционное по средам совещание с застройщиками социальных объектов прошло в здании детского сада в Первом Советском переулке. Ситуацию на нем преимущественно и обсуждали. По сообщениям представителей подрядчиков, начаты пусконаладочные работы на слаботочных системах. Параллельно устраняются замечания надзорных органов. Как и было поручено на прошлом совещании, завезены необходимые материалы и завершаются фасадные работы. Что касается благоустройства территории садика, то здесь, понятно, на зимний период работы приостановлены, но застройщик предоставил гарантийное письмо, что весной все будет сделано. Одним из пунктов контракта является восстановление детской площадки во дворе жилого дома «Пустовская, 16», которая попала в зону строительных работ. Алексей Валов на месте осмотрел территорию двора. Ситуацию несколько осложняет то, что в земле проходят инженерные коммуникации. Распорядился с привлечением сторонних подрядчиков выполнить проект благоустройства двора и сделать детскую площадку комфортной, функциональной и безопасной. Это будет следующей весной. Жителям руководитель района пообещал, что полностью двор будет благоустроен в 2018 году. А сроки сдачи самого садика остаются прежними до конца года. Садам идет везде практически пусконаладочные процессы. Вот на Новом Городке там немножко приостановилось. Ну, тоже найдем выход из положения, потому что субподрядчик немножко артачится по деньгам, именно по финансированию. Ну, в любом случае, здесь уже обстановка более благоприятная на Первом Советском переулке 24. Думаю, что до конца декабря сдадим. Уверен. Объезд этого и других строящихся социальных объектов Алексей Валов, как обычно, проведет в субботу. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».